Привет, друзья! В этом году стартовал масштабный проект основателя школы охотничьего мастерства Дмитрия Мельника. Проект «Утиная территория». Основная цель проекта – это биотехния, то есть приобретение, подготовка и последующий выпуск молодняка дикой кряквы, дикой утки, для насыщения угодий и восстановления популяции. Таким образом, ребята помогают охотничьим хозяйствам в приобретении молодняка утки и последующему выпуску их в угодья. Этот проект долгосрочный и пока вот обкатывается, так, если так можно сказать, вот в нашей Московской области, в угодьях Московской области. В последующем, если пойдет, то планируется расширение и на другие районы и регионы России. Если у вас есть желание узнать подробнее о проекте, ссылочку оставляю в описании. Вот лично я считаю, что подобные мероприятия, они как минимум способствуют снижению прессинга на дикую утку, охотников на дикую утку. Все мы с вами прекрасно представляем и не раз наблюдали, когда на открытии, допустим, на том же открытии собираются массово огромное количество охотников, так как утки у нас, прямо-таки скажем, в Московской области маловато, то в основном многие уезжают без добычи. Некоторые, ну, так скажем, это люди разного калибра и мастерства, да, вот, и терпения, и жадности той же самой. То есть начинают палить вообще по всему, что движется. При этом вот многие охотники не понимают, что сам прессинг – это не конкретная стрельба и добыча утки, а также просто нахождение такого огромного количества охотников в угодьях. Дичь старается уходить куда поглубже, в более труднодоступные места, где-то оседает по углам, и результативность такой охоты, естественно, резко снижается. Ну, то есть у нас вот так вот в основном происходит, и если ты добыл 1-2 утки, это уже, считайте, большая удача. Так вот, я очень надеюсь, что со временем, благодаря таким вот мероприятиям, этот прессинг потихоньку будет уходить. И охотник, любой охотник сможет запросто приехать куда-то на свое любимое место, может быть, где-то недалеко от дома, спокойно, без спешки отохотиться. Пропадет вот эта вот у многих присущая жадность и по неопытности тоже. Ну сколько, 3-4 утки ты добыл, ну куда больше? Я нахожусь в Московской области в угодьях Дмитровского охотничьего хозяйства на одном из моих любимых торф-карьеров, где я традиционно привык охотиться на утку. Слово сказать, Дмитровское охотхозяйство уже второй год самостоятельно проводит мероприятие по выпуску вот молодняка кряквы в свои угодья. И надо сказать, что прошлогодний опыт такого мероприятия уже принес свой положительный результат. Это, кстати, замечаем и мы, вот охотники. В этом году охотхозяйство закупило практически вдвое больше молодняка и уже высадило в угодья. И вот лично я считаю, что это характеризует руководство охотхозяйства лишь с положительной стороны. То есть это люди, прекрасные хозяйственники, с ответственностью и заботой относятся к веренным им угодьям. То есть, по крайней мере, мы видим, за что мы платим эти взносы ежегодные, как расходуются эти средства, на что идут. То есть видим сам результат. И вот не так давно с нашим председателем Дмитровского охотхозяйства Вячеславом Сергеевичем связался как раз-таки Дмитрий с проектом «Утиная территория» и предложил оказать помощь охотхозяйству в высадке молодняка дикой кряквы. А так как угодья все-таки здесь у нас огромные, и место, куда можно подсадить утят, предостаточно, конечно, грех отказываться от такой помощи. Так вот, сегодня я вам покажу, как происходит непосредственно подготовка к высадке утят. И также мы понаблюдаем за самой высадкой уже в угодьях. Наши утята в пути, мы их ждем, Дмитрий выехал, ожидаем. А пока выдвигаемся на место. Thank you.
место выбирается по возможности глухое, закрытое, богатое кормовой базой, так чтобы утята смогли относительно спокойно здесь обвыкнуться и встать на крыло. Егерями охотхозяйства обустраивается своеобразный вольер для утят, богатый ряской, натягивается сеточка по периметру, так чтобы они держались вот в этом загончике. Спустя примерно 4-5 дней, когда молодняк поосвоится на новом месте, сетка снимается, и уточки отправляются в свободное плавание, изучать угодья. Они будут переплывать по многочисленным каналам торфяников, соединяющихся с участками открытой воды. Когда подготовка закончена, осталось только дождаться Дмитрия с фургончиком, в котором путешествуют наши утята. Уже к вечеру, практически на закате, наконец приехал Дмитрий с прицепом, полным утятами. Прицеп подготовлен специально для транспортировки утят на длительные расстояния, так чтобы все они уцелели в пути, оказались целыми и невредимыми. И вот, наконец-то, свобода. Совместно с егерями охотхозяйства выпускаем утят в вольер. Дим, сколько там? 200? Ну, по 300. Около 300. По документам 280, там тоже попозже. Угу. Красота, Вячеслав Сергеевич. Да. Ну, пообвыкнуться, сейчас им с дороги хорошо. Так все нормально, сейчас тепло. Да. Если даже дождь будет, они найдут место, где можно будет переспать. Они вон под навес могут залезть. Да вот я, Сереж, это на анализ, да? Да, вот. Угу. Анализы сдадим. Ветеринарочку. Да, вот так вот. Две коробочки. Утка не местная, да, поэтому... Да, поэтому мы будем отвозить, проверять. Еще примерно через месяц они уже встанут на крыло. Друзья, коллеги-охотники, призываю вас всех поддержать проект «Школа охотничьего мастерства». На их сайте открыта специальная страничка «Утиная территория», на которой размещен акционный товар. Все средства, вырученные с продажи этих товаров, пойдут непосредственно на приобретение молодняка кряковой утки. Таким образом, каждый из нас, приобретая продукцию с символикой акции, оказывает самое активное участие в поддержании и развитии проекта. Все ссылочки в описании. Большущей вам удачи и пока. Увидимся на открытии, ребят.